тарифы. Их удерживать на старом уровне больше нельзя. В этом году они вырастут. Вырастут очень серьезно. Ну вот посмотрите на графику. В несколько раз поднимется цена на газ. Почти наполовину на воду. На две трети подорожает отопление, и весь год будет дорожать электричество. Будет ли страна платить по этим новым тарифам, и главное, вообще законны ли они? И если уж так повышают тарифы, то, может быть, и правительству, вернее, чиновникам стоит затянуть пояса. Поговорим об этом прямо сейчас с нашими гостями. Вечер добрый, проходите, пожалуйста. Александра Кужель, вечер добрый. Добрый вечер. И Николай Гордиенко. Здравствуйте. Напомню, экс-глава Госфининспекции, депутат Верховной Рады, человек, который на этой неделе... Итак, экс-глава Госфининспекции, депутат Верховной Рады. Наш гость вот слева, который у меня стоит, человек, который на этой неделе подарил несколько сенсаций. Мы поговорим с вами об этом обязательно в студии. Ну а главная тема, я хотел с вами начать разговор о тарифах с вопроса. Я видел информацию о том, что Батьковщина намерена обращаться в суд для того, чтобы у регулирующих инспекций забрать права устанавливать тарифы. Вы могли бы пояснить, почему? И не забрать. Вот те тарифы, не совсем правильно дали информацию. Дело в том, что когда президент издал указ о создании новой комиссии, объединив комиссию по НКРЕ и комиссию, которая должна была контролировать монополию по коммунальным услугам и подаче тепла и водопостачания, я сразу собрала комитет. Это еще была та Верховная Рада, собрала экспертов, антимонопольный комитет, и все подтвердили, эксперты, что указ незаконный. Президент нарушил 106-ю статью Конституции. Я сразу президенту написала о том, что господин президент, те юристы, которые это сделали достаточно некорректно, и нужно немедленно исправить указ, потому что нельзя, ликвидировав две комиссии, которые контролируют монополистов, ликвидировав, создать новую, у вас нет таких полномочий. Потому что мало того, что нет полномочий, эти две отрегулированы законом, а эта одна нигде в законах не упоминается. То есть с момента сделали, я думаю, что юристы просто не показали президенту, боясь, ну, что будут уволены. Но по сей момент эта комиссия, как вы знаете, на прошлой неделе Верховной Рады не проголосовала этот законопроект, она незаконна. Значит, само ее создание и ее существование незаконно. Подождите, в таком случае, насколько они законны? Я же поэтому и говорю, что они дальше утверждают тарифы. Мало того, что выконывающий обовиски господин Вовк, можете себе представить, за всю историю несоздания этого органа, человек, который исполняет обязанности руководителя, а знаете, почему исполняет обязанности? Он не имеет права быть членом комиссии, потому что там специально в законе выписаны такие квалификационные требования к членам комиссии, что нужно работать в энергетике, нужно иметь опыт работы и так далее. То есть он не имеет права голоса. А вот теперь по структуре тарифов, который второй из. Да, вот самый главный вопрос. Знаете, как людей, может быть, не очень там интересуют все-таки какие-то кадровые перестановки. Им важнее, насколько законны, оправданы и честны те тарифы, по которым их заставляют сейчас платить. На самом деле, все-таки решают кадры. Если приходят порядочные люди с желанием служить Отечеству, то они, наверное, несут какую-то ответственность. То, что мы имеем структуру, которую мы достали информацию по формированию тарифов, это, знаете, мальчики поковырялись в носу и понаписывали какие-то цифры. Как, например, первое, это которую положили стоимость компенсации затрат «Нафтогаза». Тогда, извините, пожалуйста, мы с вами имеем право спросить. Ребята, а вы урезали их там 40 миллионов на элитные автомобили и так далее? Простите, давайте сделаем так. То, что с тарифами есть проблема, мы сейчас озвучили. У нас много времени, мы успеем с вами поговорить. Вот давайте к этой теме вернемся. Я просто дам слово нашему второму гостю. На этой неделе много новостей, связанных с вашей фамилией. Ну вот, в частности, один из заголовков. Я не знаю, согласитесь вы с ним или нет. Заголовок достаточно громкий, но, тем не менее, наверняка передает, в какой-то степени суть того, что происходит. Отстраненный глава Госфининспекции заявляет, что Яценюк возглавил коррупционные схемы Януковича. Ну и вот то, что писали информагентства на этой неделе. О том, что вы заявили, что были выявлены факты коррупции больше, чем на 7,5 миллиардов гривен. Цифра огромная. Скажите, а вот... Не по этому ли поводу вы были отстранены? С чем вы вообще связываете свое отстранение? Ну, я відсторонений, по-перше, тимчасово, на час службового розслідування. І ви дійсно правильно кажете, що за час моєї роботи, а я пропрацював чуть-чуть менше року головою Державної фінансової інспекції, ми провели десь більше 4000 контрольних заходів. І дійсно ми виявили збитки 7 мільярдів 600 мільйонів. 7 мільярдів 600 мільйонів гривень. Просто давайте зафіксуємо. Огромна сума, чудовищна. Так, вона велика. Але я хочу наголосити на тому, що вона у два рази більша, ніж при уряді Януковича-Азарова. Тоді було 3,5 мільярди.
Вот. І можна задати самим собі питання, а чому у два рази більше? Я можу просто відповісти, чесно стверджую, що стали просто красти ще в два рази більше. Ага, тобто стали красти зараз в два рази більше, за вашими даними. Так, якщо взяти, подивитися, ті контрольні заходи, які ми провели, тобто ми розпочали, і вся робота наша була направлена після мого призначення, ми перевіряли період Януковича-Азарова. Але з другої половини 2014 року ми вже розпочали перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств уже уряду Яценюка. І якщо взяти ті госмонополії, ті величезні підприємства, які ми перевірили ревізії, да, то я тільки частково назву. Трансгаз – 219 мільйонів збитків. Скажіть, ми почали з вами розговор до рекламы. Возможно, кто-то из зрителей к нам присоединился только сейчас. Я напомню, вот громкая цифра, которая была озвучена, что в ходе проверок, 4000 проверок вы провели, было выявлено фактов коррупции на 7,5 миллиардов гривен. Огромная сумма. Скажите, то есть эти деньги попросту украли, да? Да. А вы можете расшифровать, вот как это было? Я могу, в принципе, пояснить это так. Перечисливши просто великі госмонополії нашої держави, на яких дійсно були великі розкрадання в величезних сумах. Наприклад, «Укртрансгаз» – 219 мільйонів, «Укргазвидобування» – 358 мільйонів, «Укрзалізниця» – 258 мільйонів, «Укрзалізпостач» – 300 мільйонів, «Держспецзв'язок» – 220 мільйонів, «Міністерство фінансів» – 552 мільйона гривень. Я хотів би сказати, що, наприклад, на «Укрзалізниці», «Укрзалізпостач», «Укрпошта» і Міністерство фінансів знаходяться люди, призначені прем'єр-міністром Яценюком. І якщо взяти нова команда вже. Да, новий уряд. І якщо взяти, наприклад, я хотів би зупинитися на «Укрзалізниці» і на «Укрзалізпостач», то ми дуже добре пам'ятаємо, що в прошлому році був відсторонений керівник «Укрзалізниці» Остап'юк. Після нашої ревізії, коли ми знайшли 358 мільйонів, було відкрите кримінальне провадження, були проведені обшуки. І якщо ви пам'ятаєте, було багато знайдено у першого заступника грошових коштів, мільйонні суми, прізвище його Бланк. Але до сьогоднішнього дня він керує «Укрзалізницею». Він сьогодні виконуючий обов'язки «Укрзалізниці». Із серпня прошлого року. І мені зовсім не зрозуміла ситуація, чому уряд не призначає туди нового керівника. Що він їх задовільняє, на якому порушено скільки кримінальних проваджень і все. Якщо взяти роботу нашого операційного аудиту, то за прошлий рік нашими працівниками-аудиторами попереджено 5,2 мільярда гривень, з яких 4,6 мільярда – це НАК «Нафтогаз України». От, якраз от вам і тарифи. І повищення, і підвищення тарифів. Чекайте, тобто ви хочете сказати, я правильно вас зрозумів, що якщо б не ті гроші, які украли, то просто можна було б і тарифи не підвищувати. Вони прийшли в бюджет, і люди б не платили не з власної тарифи, кишені. Не тільки тарифи, а навіть і зменшення пенсій. Не надо уменьшать пенсии, не надо, может быть, обращаться к МВФ. Вот, мы уходим, наприклад, тільки в залежність від інших країн. Берем кредити, понижаємо свої пенсії для наших громадян, підвищуємо тарифи. Стоїть тільки перестати красти такі величезні кошти, це тільки частинка, я вам їх перечислив. Я вам назвав не більше 10 фактів. Да, а у нас проведено 4000 контрольных заходов. Давайте мы еще перейдем к монополистам. Вот продолжение темы господина Гордиенко. По монополистам он назвал государственные монополисты. У нас есть еще монополисты основные, которые поставляют газ и электроэнергию. Так я могу сказать, еще почти год назад, будучи еще главой комитета в той Верховной Раде, я достаточно сильно копала, что же в складе тарифа. Я нашла людей, которые работали... На самом деле это важно, потому что никто не может понять, вот как сформирован тариф. Вот нам говорят, я вам могу сказать, что когда президент был министром экономики, он подал в Верховную Раду законопроект, чтобы НКРЕ раскрывала склад тарифа для кабинета министров. И могу вам сказать, что месяц назад Верховная Рада проголосовала этот законопроект, но почему-то в администрации президента положили на него вето. Поэтому на сегодняшний момент, я думаю, мы будем это продолжать. Так к чему я веду? Я нашла людей, которые, я говорила на всех каналах, что я готова вместе с ними свитчеты на суде, что с того тарифа старого 40% монополисты электроэнергии и газа воровали.
То есть, если бы мы даже эту часть вычистили, да, на самом деле это огромная экономия, 40%, которая давала возможность сегодня не повышать тариф. Кроме этого, я вам хочу показать вот этот график, это очень важно для людей, насчет того, почему люди сейчас смотрят вашу передачу. Потому что вот эта линия, это есть средняя заработная плата по стране. Вы видите, она ровная с 2013 года. А вот это, такие темные квадратики, это изменение оплаты коммунальных услуг. И это при том, когда я взяла самый минимальный, когда взяли, что потребление семьи будет 200 метров кубических в месяц. Я вам могу сказать, что ученые мне прислали письмо, что в Украине нет ни одного котла, который бы и потреблял 200 метров кубических газа в месяц при теплой зиме. То есть на самом деле мы подразумеваем, что будет большинство, ну будем говорить, максимально все сельское население. То есть мы самые беднейшие, которые сегодня, в общем-то, там на грани. Заставляем платить по высокому тарифу. Ну, мы не заставляем. Это просто нереально. Еще раз говорю, мы не индексировали зарплату. Они при всей своей порядочности не могут платить. То есть они даже если отнесут все, чтобы не остались ни есть, ни лечиться, им это не покроет. И когда мы говорим о субсидиях, нужно сказать очень важный момент. Кабинету министров напомнить, что мы это отслеживаем, о том, что они забыли внести изменения в бюджет, которым они хотели выровнять. Они понимали, что это уже гораздо там, больше будет людей, которые подадут на субсидию. Насколько я знаю, это не предусмотрели еще как минимум 3000 семей. И забыли внести изменения где-то в районе 400 миллионов гривен. Подождите, то есть компенсации людям не заложили бюджет? Не все. Не полностью. То есть на самом деле не все заложили, но там есть очень опасный момент, и люди должны это знать. Почти в каждой семье есть безработный. Если можно, давайте мы закончим. Вот давай, я дам вам завершить мысль и перейдем ко второму гостю. Почти в каждой семье есть безработный. А там предусмотрено, что только по решению комиссии, в очень редких случаях, в исключительных, если в семье есть безработный, будет даваться какая-то часть компенсации. На самом деле люди все это понимают. И вот это несоединение, огромное увольнение, безработица, и в это время это не считается компенсатором, вводите гражданские работы. Да? Вводите гражданские работы, платите какую-то минимальную зарплату и давайте возможность участвовать в субсидии. Давайте я просуммирую. Две важные проблемы, которые наши гости только что затронули. Во-первых, что до сих пор частично не заложены деньги на компенсации тем, кто не может заплатить вторая, за тарифы, кому тарифы они положены. 40%. И вторая, что 40% тарифов, даже старых, они были не обоснованы. Скажите, а ну, ми зараз одна з головних тез і нової влади, і там всіх іноземців, які приїжджають. Там я з американським послом нещодавно зустрічався, говорив. Всі говорять про боротьбу з корупцією. Ви називаєте зараз страшні цифри, величезні цифри, які допомогли би і фронту, і економіці, і державі, і кожному з нас там з власної кишені не викладати кошти на підвищені тарифи. А чому вас не чують? Мені дуже дивно. Ну, 7,5 мільярдів величезні кошти. 7,5 мільярдів – це дуже величезні кошти. Я хочу сказати, що навіть із тих всіх перечислених матеріалів, які з наших актів ревізії, вони всі передані до Генеральної прокуратури і знаходяться у провадженні. І більше 95% наших актів ревізії, резонансних, передані до Генеральної прокуратури. Генеральна прокуратура сьогодні проводить розслідування. І я рахую, що успішно проводить розслідування, тому що ми дуже спільно працюємо із Генеральною прокуратурою, яка очолював Віталій Григорович Ярема в 2014 році, і з новим генеральним прокурором, який є сьогодні, з Віктором Миколаївичем Шокіним. От. Але я хотів би зупинитися ще на одній ревізії. Якраз в день мого відсторонення я проводив заслуховування ревізії ревізійної групи «Енергоатом». Ми проводимо ревізію «Енергоатом», «Атомкомплект» і всіх атомних електростанцій. От. І якраз цей день, через декілька часів, коли я привів заслуховування, Яценюк мене відсторонив. І іменно на цих, на атомі, на енергоатомі, якраз сидять і доять цей «Енергоатом» десятиліттями люди Яценюка. І я стверджую це. І я хочу вам сказати, що перевірка на моє відсторонення повинна була закінчитися в цю п'ятницю. Однак Яценюк її опять продовжив знову продовжив її ще на неділю, тому що йде ревізія «Енергоатома». Я думаю, що вони дуже переживають, щоб я далі не продовжував перевірку цієї «Енергоатом». І якщо подивитися ті масштабні, первоначальні наші ревізійні дії по «Енергоатому»,
то ми вже знайшли вже більше 500 мільйонів вкрадених грошей на Енергоатомі. Якщо на такому стратегічному підприємстві розкрадаються такі величезні кошти, то мені, наприклад, дуже страшно. А як же працює атомна енергетика? Нам що, мало вже Чорнобиля? Знаете, я бы хотела... Простите, я вынужден всех прервать. Спасибо огромное, что были в студии. Очень о многом хочется поговорить. Давайте Одна фраза. Как бороться с коррупцией? То, что очень коротко на відповідь пана Гордієнка. Кожну хвилину контролювати використання бюджетних коштів. Гарної влади не буває. Це є світова норма, і фінансовий контроль в кожній країні називають фінансовою совістю. У нас, мабуть, її, очень хороша точка для нашого розговору. Ну, і надіємося, що ми зможемо в следующей программе или наши коллеги из дневных новостей смогут сообщить, а что там Генеральная прокуратура разобралась с теми фактами, о которых вы говорили. Спасибо большое, что были в студии. Всего доброго.